В эти минуты в концертном зале областной филармонии проходит закрытие международного фестиваля «Мир гитары». На месте события работает наша съемочная группа. Слово моей коллеге Елене Бычковой. Елена, добрый вечер. Карина, добрый вечер. Это уже 22-й раз, когда закрывается фестиваль «Мир гитары». И сложно сказать о том, что все звездные имена и фамилии остаются именно на этот день, по крайней мере, на протяжении последних 15 лет. Каждый человек, который приезжает сюда, достоин сольного выступления, просто украсит собой афишу. Но давайте вспомним. Первым открыл фестиваль Роман Мирошниченко. Он выступил в паре с Данилом Крамером, исполнителем, который настолько удачно сыграны, что после первого их выступления здесь, после первого номера, после их аранжировки, зал просто встал и долго аплодировал. Далее выступает в дневных концертах классик гитары Сергей Руднев. Это самая классическая гитара, которую обучают в любой школе. Звезда вчерашнего дня – это Марко Мендоза. Как нам сказали, пыль стояла на сцене просто-напросто столбом от того, какое было движение, и сцена, она только не завершилась. Он вышел потом сюда в фойе и уже фотографировал со всеми желающими и раздавал автографы. Ну а сегодняшняя звезда – это Флако Денерия из Австрии. Его звучание просто надо слушать, и словами это все не передать. Я напомню, что этот фестиваль был посвящен памяти постоянного участника, гитариста Ивана Смирнова. Он ушел из жизни в прошлом году, и этот фестиваль посвятили ему.